Футболисты «Шерифа» провели поединок в Суперлиге Молдавии. Играли на выезде с Петрокубом. В турнирном плане игра мало что решала. Тираспольчане лидируют и уже давно обеспечили себе место в весеннем турнире, где будет разыграно золото. В хэнчештах наша команда превзошла соперника практически по всем статистическим показателям, при этом набрать очки не сумела. В начале встречи Салифу и Атимвен неплохо били со средней дистанции, но открыть счет не получилось. В ответ хозяева провели тоже несколько хороших атак. Угрозы от своих ворот Дмитрий Челядник отвел довольно легко. Все шло к тому, что в первом тайме команды не сумеют забить, но в компенсированное время Петрокуб открыл счет. После перерыва тираспольчане побежали отыгрываться. В концовке встречи сравнять счет был шанс у Реги Лушки. Мяч после его удара пролетел в считанных сантиметрах от крестовины ворот. 0-1 – это первое поражение «Шерифа» в сезоне. Поздравляю Петрокуб, что они больше хотели выиграть. И у нас первый тайм было практически без шанса. Так нельзя, и очень жалко, что проиграли сегодня, не думали. Сейчас плохая атмосфера перед игрой с Манчестером. Буду говорить с игроками, потому что они, по-моему, уже думали на Манчестер, сегодня не были концентрированы. Это моя ошибка. До перерыва в молдавской суперлиге остается еще два тура. «Шериф» на 6 очков опережает ближайшего преследователя Петрокуб. В четверг тираспольчане сыграют в Лиге Европы на выезде против «Манчестер Юнайтед».